открылся у нас новый магазин какой-то, Универксспорт. Универксспорт. Кспорт, блин. Сейчас зайдем, посмотрим, что там вообще есть. Ну, короче, здесь есть все. Первое, что у нас? Игрушки. Машинки для мелкого. Ну все, папа тут у нас завис. На машинках. Игрушечки. Игрушки, пакеты. Кстати, очень интересные, оригинальные. Кому на день рождения надо? Ух ты! Вот это бананы! Дешевле, чем на рынке. Вот это мы удачно в магазинчик зашли. По скидке 140. Я за 150 покупала. Так, это что у нас? А, свежие бананы. Сейчас поправим. Акция. Апельсинчики по 200 динар. Еще такие вот, уже упакованные по 150. Слушайте, нормальные цены. Очень даже нормальные. А с этой стороны у нас эти. Это тоже хорошая цена. Коферы, господи, чемоданы встречают. Такие приятные, разные цвета. А с этой стороны у нас эти. Это тоже хорошая цена. Коферы, господи, чемоданы встречают. Такие приятные, разные цвета. Ух ты, кассия, априкосик нашла. Мягкий, но вот не знаю, по качеству. Пока 450. Ну так, по ценам немножко даже дешевле получается, чем в других магазинах. Так что, кто из ужаса, знаете, зайдите. Пройдитесь, не поленитесь. Интересно, здесь выкладка сделана в американском стиле. В американских супермаркетах в основном так делают, вывешивают цены со скидкой. В одно место складывают. Вот здесь и кафе, и реноч. Млеко. Просто смотрим, гуляем. Моя кравица 130. Кто любит именно эту? Так, а масло? О, ну масло-то здесь дорогое. Масло в Мире или в Светофоре, конечно, лучше брать. Сковородочки. Кауфмакс. Но если это та фирма, про которую я думаю, то это очень хорошая фирма. Ну вот молочка, кстати, здесь, по сравнению с другими, мне кажется, дороговато. Ну, опять же, кому как. Более кто какие любит фирмы, но здесь со скидкой есть кое-что. Так. Так, все, посмотрим сметанку нашу любимую. 259. Тут еще кисело павлоко. О, 259. Неплохо.
Так, вот цены вам на Купус, Парадайз, да, зайка? Хочешь, вроде там с ними ешь, а хочешь, и мы собрать, и куда? Ух ты, тут даже арбузики уже есть. Ну, рано еще арбузы брать. Парадайз по 160, но на веточке. Ну, кстати, неплохие, но запаха не чувствую. Улио за 159, это тоже очень хорошая цена. Ух ты, такой фирмы, кстати, нигде не видела. Это крема. Он обожает эти всякие еврокремы. Вот за 399 какой-то крем Duo. Ух ты, 499. А мы за столько брали в Lidl? Я не помню. Нутелла. Забирай. Очень много видов. Вот этот я даже не знаю. Какой-то интересный. Мы такой даже не пробовали. Но это все любят. Все любят сербы. Вот эти вот кремы. Мы тут с Арсением вам снимаем. Он у меня на руках. Кстати, Барни, девочки. Здесь подешевле. Посмотрите, по 167. Упаковочка. Кому детишкам надо? А одна штучка по 38. Вот какие интересные круассанчики. Да, солнышко? 7 days по 89, но это большие. Так, и мини. Ой, так, что-то у нас там папа. Что-то интересное. Угу. Яська катается. Пасточку. Да. Пойдешь к папе? Нет, будешь с мамой? Так. Что у нас? Порошочек. Смотрите, персил. Тоже выгодная цена. Туалетный папир. Ну, смотрите. Раз, два, три, четыре. 10 штучек. 239, очень хорошая цена. Зубная паста 140. Так, это гель для мытья посуды. Ой. Вот это тихо у нас папа попал. Рада? Все? Идем на выход? Иди к папе. Улио. Папа, ты посмотри, за 159 всего лишь. На маме будет. Пойдем на кассу. А нет, не идем на кассу. Сына, я сейчас устану. Ну, пойдем с тобой. У меня ребенок на руках. Дорогие мои, я сейчас умру здесь. Ну, пойдем снимать. Зай, можем съездить домой, взять деньги, разменять евро. Оставить на поездку, а... Что, не взяла с собой? Да. А я ж не знала. Я не думала, что в мире все есть. И можем съездить опять. Сок, вот 2 литра, 124. Кстати, очень хороший, советую. Кафа, папина любимая. Ой, сына. Ясенька, пойдешь к Ясе? Не пойдешь? Будешь с мамой? Еще он тут по акции. Что? Не надо снимать? О, у меня тут... Смотри, сына, что еще есть. Шампуньки. Тоже стоим с ситуацией. Ох. Давай, мама за ручку возьмет. Давай. Пойдем, пойдем гулять будем. Пойдем с тобой гулять. Пойдем. Потихонечку. Что у нас тут еще, сына, есть?
Маслинки. Арсюшечка. Огурчики. Да? Крема. Что, Саня, куда идем? Дорогие мои, нас с вами Арсений водит. Нас с вами Арсению пиво пойдем. Арсений, ты что взял? Арсений, давай это положим, сына. Вот сходили, вышли. Ну, очень интересный магазин, вам родное время покажу. То есть и в воскресенье он тоже работает. Так что, смотрите, и парковочные места есть. Вообще очень интересное место. Вот наши по горочке пошли.